Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас мороженое, мороженое Магнум. Уже было подобное видео, многие писали, почему-то не взяла разнообразные. Я в этот раз решила взять белый шоколад с фисташками, молочный шоколад, классический и немного фруктов. Давайте приступим. Хотелось бы мне поговорить на тему моего последнего видео в Инстаграм. Какой здесь шоколад? Такое ощущение, что кушаешь прям Милка. В общем, я в историю Инстаграм выложила видео, как избивают одну девочку. Оказывается, ее избивает ее родной брат из-за того, что она полюбила какого-то молодого человека, который не цыган. Мне это подписчики уже написали. Но вы бы видели, с какой ненавистью, с какой жестокостью он избивает свою сестру. Многие мои подписчицы были просто в шоке. Кто додумался это снимать? Так как у меня в основном аудитория женская, мне бы хотелось сказать всем моим подписчицам, это ненормально. Хотя 99% это осознают, но если над вами, например, каждый день дома издеваются, это ненормально. Мне всегда жалко нас, женщин. Когда, блин, наши права ущемляются. Неважно, цыганка ты, азербайджанка, дагестанка. Что бы ты ни сделала, никто не имеет права на тебя поднимать руку. Смотрю такие видео, и, блин, мне вот страшно за нас. Страшно жить в таком обществе. У нас азербайджанский один блогер недавно высказался. Говорит, если девушка откровенно одевается, это дает мне право подойти к ней и ударить ее по попе. Я его тоже выложила в историю, его фотографию, его видео. Как круто, что у нас правоохранительные органы занимаются вот такими вещами. Из-за его высказываний его позвали в участок. Объяснили ему, что за это ему светит статья. За эти высказывания, то есть пропаганда насилия. Он сразу переобулся, выложил видео, где он извиняется. Ой, мороженое мое, стоять. Извините, на чем мы остановились с вами? В общем, этот блогер говорит о том, что если девушка откровенно одета, это дает мне право ее насиловать. И как общество просто отреагировало на это все. Девушка в хиджабе такой комментарий там настрочила. Грамотный, от души. Я смотрю, она в хиджабе, ее это совершенно не касается. Он говорит про девушек, которые одеваются откровенно. Но у дамы есть женская солидарность. Я офигела.
еще снимал видео. Вы меня не путаете с другими людьми. Я тут вам извинения приносить никто не будет. Никто меня не заставит извиняться за свои слова. Заставили. Мы живем не в исламском государстве, мы живем в светском государстве. Кто ты такой, чтобы приставать? Начинает говорить про какие-то мужские инстинкты. Такое ощущение, что он животное, а не человек. Если ты животное, иди, сиди в зоопарке. Я свое мнение высказала в истории. Причем, вы знаете, раньше я смотрела видео этого блогера. Некоторые из них мне казались такими забавными. Я подумать даже не могла, сколько гнили в этом человеке. Увидев его высказывание, какой-то душевно больной человек подумает: а, передо мной идет девушка в откровенных шортах, подойду-ка я к ней. Буду делать какие-то насильственные действия. Всегда про честь говорят те, у кого чести нету. У нас в универе парень был. Он всегда своей девушке запрещал коротко одеваться. Потом вы видели его сестру. Это была такая чика просто. В очень коротких нарядах. Не то, что меня смущают эти высказывания. Меня не выводит из себя. Мне кажется, я скоро стану феминисткой. Больше всего я была шокирована тем, что под этим видео где он высказывает свою ненависть к женщинам, которые откровенно одеваются. Столько девушек в хиджабе защищали и отстаивали права женщин. Просто смотришь, и низкий поклон вам, девочки, если кто-то из них меня смотрит. Я просто захожу на страницу, все они там с хиджабами и так далее. Вообще, ну, с азербайджанем. У меня даже есть подписчица одна. Ее зовут Зулейха Резульфия. В общем, она тоже покрытая, но она такая современная, она такая классная, она крутая, вот реально. Ладно, давайте не будем только о плохом. Вчера я сходила к стоматологу, вылечила свой зубик. Он у меня не болел, но было какое-то ощущение дискомфорта. Если у вас в зубах есть ощущение дискомфорта, значит, там появляется кариес. Вообще, я всю жизнь
Хотя бы в месяц один раз иду к стоматологу. На протяжении 3,5 лет у меня были брекеты. И вот сейчас, например, я кушаю мороженое или горячий чай, у меня нет чувствительности зубов. И многие мне говорят, что сделай отбеливание. Я однажды делала, и это просто ужасно портит ваши зубы. Пусть они у меня не идеально белые, не как унитаз, но зато здоровые. Я спокойно ем мороженое вот так. Сегодня привезли аспиратор, плиту, раковину. Мы сегодня вообще просто как белка в колесе с мамой. Дело в том, что нам позвонили и сказали, что завтра привезут кухню. Хотя я во влоге это все рассказываю, просто во влоге я все это буду показывать. Я очень волнуюсь. Боюсь, что кухня будет какая-то кривая, косая. Потому что заказали мы в бюджетном месте, так скажем. А теперь я боюсь, что придет какая-то фигня. Мы будем надеяться, что придет нормальное все. Я заказала стол со стульями, который показывала вам во влоге. Кухня, она полностью белая. Просто с черными ручками. Столешница у нас черная. Фартук черный. В общем, я хочу снять, как они собирают кухню. То есть в быстром режиме. Но я такой человек, я не могу из-под тяжка снимать. Я просто хочу объяснить вот тем мастерам, которые придут собирать кухню. Вот у меня есть YouTube-канал. Если хотите это видео, этот кусочек, я вам тоже отправлю. Вы в Инстаграме можете его выложить. Очень надеюсь, что они согласятся. И последнее мороженое. О, уже тает. Я уже 15 минут снимаю видео, оно уже тает. На этом все, мои хорошие. Я знаю, что большинство моей аудитории это женщины. Никогда не давайте себя в обиду. Не оставайтесь в месте, где вас избивают, унижают. Никто не имеет права это делать. Какие бы у вас ни были традиции. Неважно, цыганка или дагестанка. Я вас всех очень-очень сильно люблю и желаю, чтобы каждая из вас была счастлива.